Во Фландрии начался расцвет искусства, прежде всего живописи, как только в апреле 1609 года Испания и Голландская республика заключили долгожданное перемирие. Ни одна страна 17 века не создала такого множества мажорных, праздничных, жизнеутверждающих образов. Вдохновителем и главой фламандской школы стал Питер Пауль Рубенс. Антверпен, где жил и творил Рубенс, стал тогда истинной столицей Фландрии. Именно там билось ее живое, горячее сердце. Пройдя обучение на родине, Рубенс надолго уехал в Италию. Молодой фламандец приобщился к великой культурной традиции античности и возрождения. Центральная фигура в его картине «Христос в терновом венце» навеяна знаменитым кентавром Боргезе, античной скульптурой, которую Рубенс видел и зарисовал в Риме. Торжественный строй, сочетание монументальности образа с почти физически ощутимой конкретностью его воплощения, четкий, даже несколько жесткий рисунок, эти качества характерны для раннего этапа творчества Рубенса. Герои произведений Рубенса – люди, полные неиссякаемой жизненной энергии. В союзе земли и воды они предстают в виде древних богов Кибеллы и Нептуна, олицетворяющих благодатный союз двух стихий, залог природного богатства и одновременно союз мужского и женского начала, лежащий в основе жизни. Не случайно в центре картины под соединенными руками богов из опрокинутого сосуда изливается поток воды. Он символизирует неостановимое движение жизни, а внизу в этой воде плещутся дети, знак ее непрерывного обновления. Рок изобилия и тигр в союзе земли и воды написаны, возможно, его другом Франсом Снейдерсом, которого, как и других самых талантливых художников Антверпена, Рубенс привлекает для выполнения совместных работ в своей мастерской, ставшей центром художественной и интеллектуальной жизни страны. Жизнеспособность становится для художника синонимом прекрасного. И он не останавливается даже перед преувеличением, чтобы внушить зрителю впечатление здоровой и сильной человеческой плоти. В этом было что-то глубоко почвенное. Это соответствовало национальному фламандскому пониманию красоты. Торжественный строй, сочетание монументальности образа с почти физически ощутимой конкретностью его воплощения, четкий, даже несколько жесткий рисунок – эти качества характерны для раннего этапа творчества Рубенса, так же, как и дух стоицизма, с идеями которого он познакомился во время пребывания в Италии. Непосредственным поводом для создания картины послужила блокада голландскими кораблями устья реки Шельды, на которой стоит Антверпен. В иносказательной форме фламандский мастер выражает надежду на то, что здешние земли снова расцветут, как только получат выход к морю. Как обычно у Рубенса, его аллегория имеет и более широкий,
глобальный смысл. Фигуры вокруг стола образуют подобие подвижного эллипса, в фокусах которого художник помещает Христа и его противника, фарисея Симона, подчеркивая напряженность их идейного противостояния. В XVII веке эта работа была прославлена как одно из центральных произведений Рубенса. Громоздятся камни и скалы, вздымаются к небу мощные, искривленные бурями стволы деревьев, среди которых человеческая жизнь воспринимается как маленькое звено в величественном механизме природы. Динамичная и грандиозная панорама Вселенной – таково рубенсовское восприятие пейзажа. Как повествует Овидий в поэме «Метаморфозы», дочь царя Эфиопии, красавица Андромеда, должна была стать жертвой морского чудовища, но прославленный герой Персей, плененный ее красотой, одолел чудовище, получив в награду за подвиг любовь спасенной царевны. Этот сюжет и впоследствии не раз привлекавший Рубенса вдохновил его на создание одного из лучших произведений – подлинного шедевра живописи. Монументальные полотна серии, выполненные по заказу Марии Медичи и представляющие события преславной жизни и героические деяния французской королевы, напоминают сцены из грандиозного пышного спектакля. Особенно это относится к коронации Марии Медичи, эскиз которой вместе с еще четырьмя эскизами к этой серии хранится в Эрмитаже. Название этого замечательного по тонкости портрета восходит к надписи на подготовительном рисунке «Камеристка инфанты в Брюсселе», сделанной, вероятно, в XVII веке, но не самим Рубенсом. Имя героини до сих пор неизвестно. Существует предположение, что это воображаемый портрет умершей в 12-летнем возрасте любимой дочери Рубенса Клары Сирены, написанный несколько лет спустя после ее смерти. Рубенс проявил себя не только великим живописцем, но и интересным архитектором-декоратором. Полуфантастические формы, изображенные в эскизе постройки,
лишь отчасти напоминающие пролет арки между двором и садом его антверпенского дома, всецело изобретение самого художника. В позднем шедевре, монументальном полотне «Вакх», Рубенс обратился к одной из своих излюбленных тем – вакханалии. Античный бог вина с грузным, расплывшимся телом и его опьяненная свита воплощают могучую силу инстинктов и кажутся порождением окружающей их щедрой природы. В картине царит та стихия жизни, гимном которой было все творчество великого мастера. В знаменитом автопортрете, который был создан, возможно, еще в Италии или вскоре по возвращении в Антверпен в 1627 году, Ван Дейк представил себя изящным светским кавалером, баловнем судьбы. Он словно поддерживает своим произведением то представление о художнике, которое импонировало придворным кругам, скрывая под светской маской свое истинное лицо. И, быть может, лишь одна деталь этой виртуозно написанной картины намекает на сокровенные мысли ее автора. Руина колонны, которая, согласно распространенной в 17 веке символике, означала быстротечность времени, недолговечность человеческой жизни. Ван Дейк прожил всего 42 года. Словно предчувствуя ранний конец, он спешил воплотить свои замыслы и работал с невероятным напряжением. Прекрасные образцы психологического портрета Ван Дейка значительно опережают по времени аналогичные по характеру работы других великих портретистов эпохи – Халса, Веласкеса, Рембрандта. Парадные портреты не предполагали душевной открытости героев. Здесь важна была прежде всего социальная роль человека, то, что подчеркивало его принадлежность к привилегированному кругу. Это был своего рода театр, но театр высокого стиля. Торжественность композиции и эффектность аксессуаров сочетаются в этих портретах-картинах с элегантностью поз и благородством облика моделей. Подобные портреты сделали фламандского мастера знаменитым еще в итальянские годы, но особенную славу они принесли ему в последний период жизни, проведенный в Англии, куда он приехал в 1632 году по приглашению короля Карла I, став первым живописцем его величества. Ван Дейка уже почтительно называли «сэр», как рыцаря ордена подвязки, того самого, в костюме которого представлен в его портрете английский аристократ граф Денби. Ван Дейк был по-светски учтив и любезен со всеми. Однако многие модели не вызывали у него ни симпатии, ни интереса, и это его отношение к ним сквозило под внешним блеском изображений, как в картине «Портрет Анны Далькит»
и Анны Керн. В этом виртуозно написанном портрете Ван Дейк достигает тонкой и изысканной гармонии цвета, сочетая в платьях героинь серебристо-белые, сиреневые, вишнево-красные и черные тона. Красота живописи и романтический пейзаж фона контрастно оттеняет внутреннюю пустоту и непривлекательность великосветских моделей. И такой отдушиной были для художника те редкие случаи, когда перед ним оказывались дети. В портрете дочерей Уортона две маленькие девочки, Филадельфия и Елизавета Уортон, живо и непосредственно разыгрывают перед зрителем роль светских дам. Здесь открывается еще одна грань таланта Ван Дейка, умевшего без слащавости и сентиментальности передать всю свежесть и наивность детского восприятия мира. Словно выражая свою симпатию, Ван Дейк писал их портреты в нежной серебристо-переливчатой гамме, которая впоследствии стала излюбленной у живописцев английской школы. За героями его поздних портретов вставало полное тревог время, та напряженная атмосфера, в которой жило английское общество накануне буржуазной революции. Замечательной психологической остротой отличается портрет сэра Томаса Чалонера, который в годы буржуазной революции, встав на сторону Кромвеля, будет участвовать в суде над Карлом I и подпишет смертный приговор королю. Строгость решения, сдержанность колорита заставляют зрителя сосредоточить внимание на выразительном подвижном лице героя с пронзительным взглядом светлых глаз. До последних дней Ван Дейк сохранял свое отточенное мастерство и зоркость взгляда. В декабре 1641 года в Антверпен, куда Ван Дейк так мечтал вернуться, пришла печальная весть о его кончине. Он ушел из мира в расцвете таланта, всего на год пережив Рубенса. Серии изображений апостолов были очень популярны в искусстве XVII века. Святого Петра легко узнать по его атрибуту – большому ключу от райских врат. Его некрасивое, грубоватое лицо отражает сильное душевное волнение. Известно, что в час испытаний Петр по слабости своей отрекся от Христа, в чем потом глубоко и искренне раскаивался. Для картины художнику позировал Абрахам Графиус, служитель Антверпенской гильдии Святого Луки, выразительная внешность которого вдохновляла многих антверпенских живописцев. Внешняя строгость и простота отличают этот бесспорный шедевр Ван Дейка. Художника не интересует ни костюм, ни окружающая обстановка, только сам человек, его душа, его эмоциональный мир. И внимание в портрете сосредоточено на самом главном – лице и руках модели, выделенных светом в затемненном пространстве. Thank you.
художник умело объединяет три фигуры, создавая впечатление естественной и прочной внутренней связи изображенных, при том, что каждый из них сохраняет индивидуальность и даже имеет свой фон. Для ребенка это родители, ограждающие его собою наподобие стен, для женщины – драпировка, создающая замкнутое, уютное пространство, для мужчины – открытый мир, облачное небо. В самой живописной технике, в движении руки художника по холсту есть ощущение артистизма, изысканной утонченности, свойственных Ван Дейку в зрелый период. В мастерски исполненной картине художнику удалось сохранить свежесть непосредственного наброска, эскиза с натуры. В парадных заказных портретах английского периода Ван Дейк старался быть предельно точным в передаче индивидуальных черт моделей. Без малейших прикрас он запечатлел тяжелое лицо Генри Денверса, графа Денби, прославленного солдата, ставшего в 1633 году кавалером ордена Подвязки. В этом виртуозно написанном портрете Ван Дейк достигает тонкой и изысканной гармонии цвета, сочетая в платье героинь серебристо-белые, сиреневые, вишнево-красные и черные тона. Красота живописи и романтический пейзаж фона контрастно оттеняют внутреннюю пустоту и непривлекательность великосветских моделей, которым дана отнюдь нелестная характеристика. Две маленькие девочки, Филадельфия и Елизавета Уортон, живо и непосредственно разыгрывают перед зрителем роль светских дам. Здесь открывается еще одна грань таланта Ван Дейка, умевшего без слащавости и сентиментальности передать всю свежесть и наивность детского восприятия мира. Замечательной психологической остротой отличается портрет английского аристократа Томаса Чалонера, который в годы буржуазной революции, встав на сторону Кромвеля, будет участвовать в суде над Карлом I и подпишет смертный приговор королю. XVII век был временем яркого расцвета разных жанров живописи, и характерным явлением тогда стала узкая специализация художников.
Во Фландрии мастера, подвязавшиеся в разных жанрах, нередко сотрудничали друг с другом, особенно при создании больших картин. Известно, например, что для изображения человеческих фигур в лавках Снейдерс привлекал других художников, которых снабжал подготовительными рисунками. А вот животных, которые тоже нередко оживляют эти композиции, он всегда писал сам, так как был превосходным анималистом. В анималистическом жанре Снейдерс создавал и самостоятельные произведения, проявляя при этом изобретательность и великолепное знание натуры. В «Птичьем концерте» Снейдерс достигает декоративного эффекта с помощью цвета и остроумным сочетанием больших и малых форм. Полные юмора сюжеты, нередко навеянные популярными во Фландрии баснями Эзопа, особенно охотно использовали в небольших кабинетного формата картинах. Большой успех у современников имели работы Давида Теннерса с изображением обезьян. Этих ручных зверьков тогда в большом количестве привозили из южных стран, и их можно было встретить в домах столь же часто, как кошек в наши дни. В произведениях Теннерса они нередко пародируют поведение людей. С размахом написаны охотничьи сцены выдающегося анималиста Пауля де Воса. Изображения травли диких животных, яростных схваток зверей были его главной специальностью. Они служили излюбленным украшением охотничьих павильонов в загородных имениях европейской знати. Вдохновленные знаменитыми охотами Рубенса, картины де Воса с их сложными композициями полны энергии. Так в «Охоте на медведя» кровавые схватки не оставляют впечатления жестокости и кровопролития, ибо сам художник явно увлечен силой и ловкостью животных, красотой и динамикой их движений. Картина де Воса и монументальные натюрморты Снейдерса, они являются яркими образцами стиля барокко, который благодаря Рубенсу стал ведущим во фламандской живописи. Повышенная эмоциональность, страсть к изображению сильных человеческих чувств в их открытом проявлении была свойственна такому художнику, как Адриан Бауэр, который был как будто антиподом Рубенса. В своей небольшой по размеру картине «Сцена в кабачке» художник со всей откровенностью изображал убогий быт людей, принадлежавших к самым низам фламандского общества, словно демонстрируя неприглядную изнанку того пиршества жизни, которое воспевалось в произведениях мастеров Рубенсовского круга. Бауэр умел сочетать в своих маленьких картинах свойственную голландцам тонкость передачи световоздушной среды с открытой эмоциональностью, которая отличала его земляков. Не случайно Рубенс так высоко ценил и приобретал для собственной коллекции картины этого оригинального, рано умершего живописца. Праздники были одной из излюбленных тем бытового жанра. Они и в жизни фламандцев занимали очень значительное место, оставаясь, как когда-то во времена Питера Брейгеля-старшего, средством их национального самоутверждения. Картина Давида Теннерса «Деревенский праздник» подобна неторопливому подробному рассказу, в котором особое внимание уделяется деталям крестьянских костюмов, деревенских домов, пейзажа, в то время как сами люди маловыразительны и похожи на марионеток, разыгрывающих веселое представление. Групповой портрет членов антверпенского магистрата и старшин стрелковых гильдий – редкость не только в творчестве Давида Теннерса-младшего, но и во фламандском искусстве вообще.
Художник точно изображает главных участников парада, происходившего в 1643 году на площади перед Антверпенской ратушей по случаю юбилея декана корпорации стрелков. Особенную популярность имел праздник «Бобового короля», многочисленными изображениями которого прославился один из ведущих фламандских живописцев Якоб Йорданс. Ежегодно 6 января, в день Богоявления, в каждом доме устраивалось застолье. По старинному обычаю гостям подавали пирог с секретом. И тот, кто в своем куске обнаруживал запеченный боб, провозглашался королем праздника. Он выбирал себе королеву и свиту, и все должны были ему беспрекословно повиноваться. Сочным, по-народному грубоватым юмором Йорданс изображает шумную компанию пирующих бюргеров, центром которой является добродушный, охмелевший старик в бутафорской короне. Моделью для бобового короля художнику послужил его тесть и учитель Адам Ван Норт, известный антверпенский живописец, у которого одно время учился Рубенс. Для молодой королевы позировала дочь Йорданса, Елизавета, а себя он изобразил под видом одного из самых буйных участников застолья с кувшином в высоко поднятой руке. Бобовый король Якоба Йорданса – нечто большее, чем изображение семейной пирушки или популярного праздника. Перед нами олицетворение полнокровной, вольнолюбивой Фландрии, могучей и неистребимой, как стихия самой жизни. Бауэр был одним из самых оригинальных и талантливых живописцев Фландрии. Учившийся в Голландии в мастерской Франса Халса, он умел сочетать в своих маленьких картинах свойственную голландцам тонкость передачи световоздушной среды с открытой эмоциональностью, которая отличала его земляков. Телеги, всадники, погоняемые пастухом коровы, движутся вдоль деревенской улицы. На обочине дороги переговариваются вышедшие из леса крестьяне. У постоялого двора меняют лошадей. Ян Брейгель-младший, автор этой маленькой картины, был неутомимым наблюдателем природы и быта родной страны. Разнообразные сцены преследования охотничьими собаками диких зверей были главной специальностью Пауля де Восса. Но эти кровавые схватки не оставляют впечатления жестокости и кровопролития, ибо сам художник явно увлечен силой и ловкостью животных, красотой и динамикой их движений. Праздник бобового короля был во Фландрии одним из любимейших. И Йорданс создал множество вариантов этого популярного сюжета.
сочным, по-народному грубоватым юмором изображена шумная компания пирующих бюргеров, центром которой является добродушный, охмелевший старик в бутафорской короне. По старинному фламандскому обычаю, в день бобового короля гостям подавался пирог с секретом. И тот, кто в своем куске обнаруживал запеченный боб, провозглашался королем праздника. Антверпенский пейзажист Керстиан де Кейнинг любил вводить в свои ландшафты причудливые постройки, экзотическую растительность, создавать необычные эффекты освещения, а в качестве оживляющего мотива использовать эпизоды из Библии или мифологии. В Эрмитажной картине изображены персонажи библейской книги Товита. Лишь в 1942 году специалистам удалось установить имя автора этой картины – Гейсберт Лейтенс. Долгое время считался анонимным мастером зимних пейзажей. Точка зрения сверху, спокойная, уравновешенная композиция придают реальному виду сходство с величественными космическими пейзажами Питера Брейгеля-старшего. Серия из 4 монументальных лавок была создана Снейдерсом по заказу епископа Антония Триста для украшения парадной столовой его дворца в Брюгге. Средствами натюрморта художник воссоздал картину процветания и благоденствия, воплощение мечты соотечественников о фламандском золотом веке. Франц Снейдерс был сыном владельца одного из крупнейших ресторанов Антверпена, славившегося богатым выбором фруктов, дичи, рыбы, зелени. Возможно, детские впечатления сыграли свою роль и пристрастили художника к изображению изобильных даров природы. Во Фландрии изображения животных становились темой не только небольших кабинетных картин, но и монументальных полотен. Замечательного декоративного эффекта Снейдерс достигает в «Птичьем концерте» и с помощью цвета, и остроумным сочетанием больших и малых форм. Групповой портрет – редкость не только в творчестве Теннерса, но и во фламандском искусстве вообще.
художник точно изображает главных участников парада, происходившего в 1643 году на площади перед Антверпенской ратушей по случаю юбилея декана корпорации стрелков. Большой успех у современников имели картины Теннерса с изображением обезьян. Этих ручных зверьков тогда в большом количестве привозили из южных стран. Их можно было встретить в домах столь же часто, как кошек в наши дни. В произведениях Теннерса они нередко пародируют поведение людей.